очень клевые. Очень клевые. Но вот чуть-чуть, вот чуть-чуть, да, чуть-чуть не хватило, может быть, для победы. Но на самом деле команда «Кардан» опередила команду «Дамкрат» не где-нибудь, а в лабиринте они быстрее нашли выход. Это говорит о чем? Что там работают самые ориентированные на победу сотрудники, поэтому друг другу аплодисменты! Ну, предлагаю за это поднять бокал, за то, что мы всегда готовы, на все готовы, веселые. Отлично, друзья, все было сейчас. Супер-мега-сюрприз. А нас ожидает на улице парк. Родина, Россия. Это все в одном месте первый раз нашлось. Ребята, спасибо вам. И мне, я разговаривал с заводами, они сказали, что вы очень любознательны. Более того, что очень грамотные вопросы задавали. То есть я понял, что вам понравилось. Да, да. Именно так, следующий год я там... Я в лесах наберу слова, я огонь напою вином. Под серпом, как волна трава, я разбавлю надежду сном. Тебя творить, три года не говорить. Сердце сварено в молоке, лист крапивы в глазах костер. На твоей руке, на рубашке красный узор, на рубашке красный. Мы любим буги-буги, мы любим буги-буги. И от дыма духа, как светло улыбнется. Команда над этим работает, будет работать. Ребята, которые тут. Это мощно, это я думаю, что мы не знаем.